спрашиваешь. Скажите, пожалуйста, я кто? Кальмар или палтус? И вообще, я не понимаю, что там за надписи. А потом еще бывают разные типы официантов. Вот, например, те, которые любят подливать кофе, а их никак не остановить. Ну, наверняка таких людей. Помочь немножко кофе? Подогреть чуть-чуть. Давайте еще немножечко. Еще подолью. Чуть-чуть еще. Капельку. Ну, пожалуйста. Даже если вы его не пьете, они все равно подходят с кофе. А я думаю, что в чашечку влезет еще немножечко кофе. Не шевелите стол. Или что еще хуже? Официантка с вопросом «Как дела?». Ее никто терпеть не может. Это как в фильме ужасов. «Как дела?». Хорошо. Потом она возвращается через пару минут. «Как дела?». Хорошо. У вас все нормально? Да. «Как дела?». Хорошо. Все в порядке? Да. Ну как сейчас дела? Хорошо. Все в порядке? Да. Как дела? Хорошо, все в порядке? Как дела? Все в порядке? Все нормально? Да. Слушай, я же сказал тебе, со мной все прекрасно. Господи. Ну так как все-таки? Все нормально у вас?